Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм, костюм «Ноябрь». Все знают сказку «12 месяцев», и в детских садах или в школах она очень популярна, и поэтому месяца, времена года всегда очень популярны для детишек. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм «Месяц ноябрь». В нашем интернет-магазине вы сможете найти несколько вариантов данного месяца. Визиточка нашего интернет-магазина. И давайте посмотрим костюм «Ноябрь». Комплект у нас входит такая вот шляпа с листочками. Посмотрите, какие красивые кленовые листочки. На них вот пришиты такие вот снежинки. Серебристые переливающиеся снежинки. Такая атласная шляпа. Вот так вот выглядит шляпа. Внутри на подкладке. Шляпа универсальная, в одном размере подходит абсолютно на любую детскую голову и даже на взрослую. Вот так вот выглядит шляпа. И помимо шляпы в комплекте у нас идет накидка. Накидка на плечи в форме плаща. Вот такая вот накидка в цвет шляпы. На накидке у нас аппликации из листиков. Разные листочки, снежинки вы можете увидеть. Здесь у нас как будто уже заморозки идут, такие пайетки пришитые, цветные, серебристые. По краю у нас идет золотистая тесьма. Вы можете наблюдать. Это все прошито прострочно, то есть это не приклеено, ничего не отвалится. Это просто обычная накидка, она завязывается вот на завязочке. Вот так вот это выглядит с другой стороны. В нашем интернет-магазине вы также сможете найти еще костюм «Октября». Они практически одинаковые, такая же, как костюм «Ноября», но только в том месяце нету снежинок и немножечко побольше листочков. Вот полностью костюм «Ноября», то есть шляпа и накидка. Очень удобная, если чтобы не переодеваться ребенку, а просто накинуть на свой костюмчик и идти выступать. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.